Здравствуйте! В эфире рубрика для профессиональных игрунов и отвлекунов «Трали-вали». А где Антон? Интуитивно я предполагаю, что он задерживается по различным неуважительным причинам. По уважительным. Здравствуйте, мои маленькие любители спорта. Тьфу, игр. Ребята, я новую игру изучал. Новую игру? Позвольте полюбопытствовать. Что за новая игра? Запоминайте слова и передавайте мяч. Ты катись, веселый мячик, быстро-быстро по рукам. У кого веселый мячик, тот сейчас покажет нам. Чего покажет? У меня ничего нет. А это мы сейчас придумаем. Изобразите-ка нам человека, который случайно пнул кирпич. Кирпич, говорите? Тогда покажите нам, как вы прогуливались в белом платье, и вас грязью обрызгала машина. Коллега, покажите нам что-нибудь из астрономии. Например, как Земля вращается вокруг Солнца. Ну, это ерунда! Коллега, вы нас, наверное, неправильно поняли. Вы должны показать, как Земля вращается вокруг Солнца в течение года. То есть 365 раз. Как вы понимаете, здания могут быть самые разные. Ваша фантазия не должна знать границ. Главное, чтобы всем было весело. Пока-пока. А на сегодня все. Пока.